Вдоль маленьких домиков белых акация душно цветет. Хорошая девочка Эля во дворике нашем живет. А еще в нашем дворике обитают застенчивый ежик, скандальная ворона, деловой Мишка и поющая Ася. У них разные характеры, привычки и воспитание. А значит, в Элином дворике разыгрываются разные истории, веселые и смешные, грустные и поучительные, как в любом другом дворике любого города, любой страны мира.